У вас это, она обозначается просто первая ступень, да? Да, первая. Какие ноты? Фа, ля, до. Вот вы будете брать так же. Я вам пришлю, конечно, все это, как брать аккорды. Но сейчас вы должны понять. Фа, ля, до. Фа, ля, до. Фа. Нет, сейчас пока не надо. Я про другое говорю. Дальше выберем, ну, допустим, су-доминант, это какая? Пятая ступень. Ой, четвертая. Четвертая. У вас обозначается цифра 4. Еще больше. Какие звуки? Соль. Неправильно. Аквивар, секстаккорд. Это я их спрашиваю, субдоминант. Фа, до, фа, ля. Так, ну. Си, до, фа, ля. Фа, до, ля, фа, до, ля. Си, ре, фа. Алиса медленно, но вычислила. Вы что, не знаете, что четвертая ступень си бемоль? Знаю. Вот это си бемоль, значит, строим трезвучие. Ой, ты гений. Си, ре, фа. Ну, имеется в виду си бемоль, конечно, да? Си, ре, фа. Видите, эти звуки, то есть аккорды, они находятся далеко друг от друга. Приходится вот так вот скачками играть. Это и звучит не очень хорошо. Что лучше сделать? Звуки эти нужно как что-то переместить, да? Да? Чтобы они рядом. Что переместить нужно? Надо перенести соль. А тут соль нет вообще, ты что? Ой, фа, фа. Фа, верхнюю ноту фа, ставим сюда вниз, да? Получается кварц. Ты слушаешь, нет, Евсей? Получается кварц секстаккорд. Молодец. Он сейчас начал думать. Получается кварц секстаккорд. Ну и здесь мы уже... Доминанту ставим. Ну, можно сказать, что это вот, вот так обозначается. Четвертая ступень кварц секстаккорд. Или же можно написать как? Субдоминантовый кварц секстаккорд. Значит, что у нас, какие общие звуки получаются? Которые есть и здесь, и там. Первая, третья, пятая. Фа. Общий звук фа, правильно. Лиса сегодня молодец. Фа здесь есть, и фа здесь есть. Здесь эта фа стоит где? Внизу. Внизу, и здесь тоже внизу. Тоже внизу. Вот когда так происходит, общий звук, если находится в том же самом месте, он может стоять где-то, находиться в середине. Значит, во втором аккорде тоже должен быть в середине. Если вверху, то и вверху. Общий звук. Видите, вот эти два звука пошли плавно вверх, этот звук все на месте остался. Вот такое соединение. И играть удобно. И звучать тоже будет хорошо. Вот это называется плавное голосоведение. Вот эти, если представить, это один голос, второй голос, третий. И вот эти голоса плавно соединяются друг с другом. Или вообще на месте остаются, или идут на секунду. Теперь доминанту. Доминанту мы берем с септаккордом, да? Септаккорд, да. Говорите мне, фа мажоре. Фа... Думаем, думаем. Пускай медленно, ну. Ля. Володя, я говорю, думаем сначала, потом говорим. Доминантовый септаккорд. Ля. Ты как, вот ля сказал, у тебя ход твоих мыслей, объясни. Начало. Откуда ты взял эту ля, скажи. Неправильно подумал. Ну как ты подумал? Ты мне объясни. Со счета сбился. Ну что? Это невозможно. Это невозможно. Посчитать до пяти. По мажоре. Доминант это пятая ступень? Да. Так нужно пятую ступень найти. Ре. До. До. Как нашла? По трезвучию. Мы сколько раз это повторяем? Фа, ля, до у вас. Фа, ля, до. Вот она, пятая ступень. Пишем здесь. Как вы септаккорд брали? Септаккорд по трезвучию. По сексте. Септаккорд по сексте. Логично. О, не, по терции. По септиме. Какой? Малый. Малая септима, какой звук будет? Си бемоль. Си бемоль. Вот он в ключе стоит. Я просто пишу си бемоль. Что еще нужно написать? Си бемоль. Надо написать, еще надо написать фа. Ми. Что нужно еще написать? Правильно сказала. Что это такое ми? Ми и это третья ступень. Ой, господи, терция. Большая терция и малая септима. Большую терцию сначала строим, а потом в септиму от октавы мы два полтона отступали. Ну теперь смотрите, это как рядом? Да, это... По-моему, не очень-то рядом. Да, не что рядом. Что нужно сделать? Надо перенести си бемоль. Куда? Вниз. Вниз.
Вот сюда перенесли си бемоль. Ого. Рядом получилось? Да. Да. Рядом. Совсем рядом, еще ближе. Да? Это получается Помажу. Уже трезвучие. Это Помажу и здесь. Совсем рядом, да? Это получается трезвучие. Уже тогда. Какое трезвучие? Какое самый септокор? Вот тебе поставить уже на голову. Ты будешь уже не Володя, будешь Вася? Или Федя? Да. Нет, он будет Володей. Нет, так здесь аккорд, если построили, вы эти же звуки перенесли, переставили. Этот аккорд не изменился, это тот же самый аккорд. Я спрашиваю, это рядом? Вы говорите рядом. Вы что, не видите что ли? Нет. Да как сделать так, чтобы рядом это все было? Вверх. Конечно, вот си бемоль у нас стояла здесь, си бемоль. А вот эту до мы переносим наверх. Да, получается. Вот это получается все рядом, видите? Какой общий звук с тоникой получается? Это вот доминантовый септаккорд в обращении получается. Да. Здесь он стоял где? Наверху. И здесь он тоже наверху. Вот это хорошо, когда общий звук находится в одном месте. Субдоминанты, какой общий звук? Субдоминанты. Си. Здесь он стоит где? На середине. В середине он стоит. Как же наверху? Другой. И здесь тоже в середине. Си бемоль остается в середине. Вот это самое хорошее соединение. И играть вы даже можете играть, не глядя, чтобы у вас... Я играю, я не смотрю, да? Вы можете на ощупь просто играть. А внимание все уделять мелодии. И тогда вот двумя руками будет легко получаться. Если же брать вот так вот, можно, конечно, попасть, но рискуете, я сейчас в основном виде брал, да? Скачки когда, да? Можете промазать. Но я говорю, можно, конечно. Вот бывают такие слепые музыканты, которые попадают и играют на клавишу. Можно, конечно, но это специально надо тренироваться. А так играть более удобно. Но вот этот аккорд тоже надо бы запомнить название. Какой это интервал? Доминанта. Это... Вопрос слышал, нет? Спрашиваю, какой интервал? Доминанта. Это кварта. Квинта. Нет, квинта. Квинта. Значит, что мы напишем здесь? Внизу 5. У нас квинта, 5 пишем. 5, теперь 3. От нижнего звука до верхнего какой интервал? Секста. Секста. Ну, 5, 6, 5, 6, 6, 6. И как называем этот аккорд? Доминантовый что? Квин секст аккорд. Ну и на первой ступени у вас септ аккорд. Написано первая ступень, цифра 7. Значит, что мы берем, когда видим семерку? Септиму. Какую? Малую. Малую? Септиму. Это какая нота будет? Это будет Отпад. Нота ре. Бемоль. Нет. Это будет фа. Фа ди. Фа бемоль. Фа. Ми бемоль. Ми бемоль. Объясни, как нашла. Потому что там вот, когда фа поступаешь вниз, получается... Ну, то есть сначала мы септиму ищем от октавы, да? Берем фа-фа. Значит, септима будет ми, наверное, да? Да. А у вас что-то фа диез, фа бемоль какой-то получился. Я ничего не понимаю. Фа бемоль диез. Фа-фа септима, фа ми, вот фа-фа октава, септима будет ми. Но только это сначала какая септима? Большая. Большая, она нужна малая. Значит, цифра 7 это всегда малая септима. Что еще здесь должно быть? Большая. Ну? Большая терция. Вот, ну сейчас молодец. Большая терция. Какой звук? Ля. Вот большая терция в аккорде, она никак не обозначается. Если мы видим семерку, семерка указывает на малую септиму. А само собой, по умолчанию, как мы говорим, да, берется большая терция. Вот это запоминать. В джазе это очень важно. Если у вас будет малая терция, это отдельно будет обозначаться так. Буквой М это малая терция. А цифра 7 опять малая септима. Будет фа, ля бемоль, ми бемоль. Но у вас здесь буквы М сейчас нет. Вы просто берете, значит, само собой большую терцию мажорную и малую септиму.
Так, теперь как это здесь вы гармонизуете? Но сначала лучше, конечно, вот упражнение такое сыграть, чтобы вы эти аккорды уже брали с закрытыми глазами, да? Такое упражнение. Потом беру субдоминанту, да? Помните субдоминанту? Четвертая ступень. Вот она, субдоминанта. Мы фа перенесли сюда. И получился квар-секстаккорд субдоминантовый. Все рядышком. А доминанту вы брали вот так. Теперь, наоборот, нижний звук мы переносим сюда. И у вас получается квинт-секстаккорд. Вот она, квинта. Квинта здесь уменьшенная. Так, чисто квинта. Это уменьшенная. Но все равно она квинта, да? Поэтому мы говорим квинт, секст, аккорд. Вот. Бамба села горох. Сначала тоника, субдоминанта, тоника, доминанта, тоника. Ну, по два раза. Бамба села горох. Играй, если можешь. Теперь левой рукой еще надо... вы же левой рукой будете играть? Сразу это. Вообще надо и правой, и левой рукой. Ну, прежде всего левой. Ну, попробуй правой.